Ксения Чернобай, я менеджер по связям с общественностью компании «Гротек». Компания «Гротек» является организатором форума технологий безопасности. В этом году форуму исполняется 19 лет. Мы являемся одной из старейших российских выставок по безопасности и, в принципе, российских выставок сектора «Бизнес для бизнеса». Выставка ТБ «Форум» отличается от других аналогичных выставок своей очень разнообразной, обширной деловой программой. Наша конференция под организацией антитеррористического центра СНГ вошла в список мероприятий G8. Экспозиция выставки включает в себя 7 самостоятельных тематических направлений. Это технические средства защиты, безопасность информации и связи, защита периметров, защита критически важных объектов, включая транспортную безопасность и услуги частных охранных предприятий, также пожарная безопасность. Все эти разделы экспозиции в равной степени представлены. Вот. Вы можете наблюдать то, что большинство российских компаний-производителей, а также ведущих интеграторов и торговых домов представлены на выставке ТБ «Форум». На выставке ТБ «Форум» мы представляем оборудование видеонаблюдения, которое включает в себя камеры и видеорегистраторы. У нас достаточно широкая линейка оборудования, камеры с интеллектуальными функциями, камеры высокого разрешения, а также есть камеры с высокой чувствительностью, которые могут снимать видео даже в условиях низкой освещенности. У нас представлены камеры с технологией камеры и регистратор с технологией HD-SDI, которые позволяют передавать максимальное качество картинки по коаксиальному кабелю. Соответственно, также на выставке представлены панорамные камеры, которые могут снимать картинку с углом обзора 360 градусов. И, соответственно, оборудование для записи – это видеорегистраторы, которые позволяют записывать максимальное качество картинки с любой камеры, которая представлена на нашей выставке. Производим различные виды регистраторов и роботов. Вот. То есть полностью свое производство, полностью свои разработки, свое программное обеспечение. То есть, как говорится, все свое. Вот. Значит, основной нишей являются регистраторы, умные камеры, вот, роботизированные. И вот в этом году запускаются полностью автоматические роботы, системы видеонаблюдения. Скажем так, автоматические роботизированные охранники. Участия человека нету. Вот. У них стереозрение, они создают электронную карту местности. Один раз их научили, и дальше они всю свою жизнь ресурсную продолжают ездить по этому маршруту. Вот. Как только заканчивается у него зарядка, значит, он возвращается, заряжается и опять в путь. То есть реально заменяет людей. Вот, значит, последние испытания и так далее. Вот, и на ролике мы видим, что он достаточно в экстремальных условиях, он абсолютно защищен, и как бы никаких проблем с точки технической зрения у него нет. Дальше продолжение развития. Вот видите, например, в каких-то тяжелых условиях мы ее можем поднимать наверх, на высоту там 50-100 метров, и видеть обзор огромных территорий. То есть, наверное, это вот перспектива всего и вся. Зовут меня Олег Шабышев, я являюсь инженером-конструктором Московского конструкторского бюро «Компас». И на данной выставке мы представляем нашу продукцию, которая может заинтересовать различные структуры, как государственные, так и частные. Вот. В данном случае что предлагается? Вот это одна из последних наших разработок. Это многофункциональный роботизированный комплекс, который обладает и встроенными системами навигации, дистанционного управления. Соответственно, данный робот можно использовать на поле боя в различных целях. Но в данном случае он представлен как медицинский эвакуатор, то есть с носилками. Соответственно, позволяет определить, допустим, местоположение пострадавшего, получить данные о его местонахождении, получить команду на эвакуацию. То есть все делается в автоматизированном режиме. Он имеет много перспектив, потому что у него значение действительно многофункциональное. То есть как в интересах армии, так и, соответственно, в различных гражданских
по линии ВМЧС в частности.